Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с заместителем руководителя Роструда Иваном Шкловцом. Они обсудили вопросы по снижению безработицы и повышению заработной платы в регионе. Сейчас в Чувашии более 15 тысяч свободных вакансий. Ежегодно мероприятия по содействию занятости населения выделяются значительные средства из федерального и республиканского бюджетов. Ежегодно выделяем почти 700 миллионов рублей на все эти направления. И тем самым удается, по крайней мере, удерживать благоприятную ситуацию. В 2017 году были восстановлены права более 14 тысяч работников. Возвращено более 445 миллионов задержанной зарплаты. Иван Шкловец положительно оценил работу инспекции труда в республике. Одна из вот этих важнейших задач – это контроль своевременности выплаты заработной платы. Дает тоже свои результаты, поскольку если год назад в республике было 26 должников, сейчас уже 13 должников. Общая сумма задолженности снизилась существенно, со 155 до 77 миллионов рублей. В реестре сейчас остается 7 банкротных, 7 экономически активных предприятий, с каждым индивидуально. Сейчас, я знаю, и вы работаете, и инспекция работает. Большая работа предстоит в 2018-м по погашению задолженности по заработной плате на всех уровнях. Такая задача поставлена президентом России Владимиром Путиным.